решила срезать подсолнухи, так как вот тут вот уже их начинают птички кушать, семена. Вот, пожалуйста, семя уже нету, птички начинают кушать. Ой, пчелки еще летают. Поэтому я это дело срежу. Мне жалко. Вон какая красота. Вообще, наверное, надо их, может чем-нибудь бы накрыть. Закутывают их этими. Да. Тканью. И тогда птички не будут. Ну, у меня ничего нету. Поэтому... На, держи. Посмотрю, вот этот какой-то полу... А он полувялик. Он, да, полумертвый. А с него что? Что-то там есть. А вроде. Тоже там что-то есть. Но птички его не едят, не клюют. А тут... Смотри. Ты открыла их? Нельзя открывать. Нельзя открывать, да. И птички начинают их лопать. Вот, жалко. Семена бледные тут. Но я его открыла, и могут птички начать его кушенькать. Семечки. Вот надо бы чем-то закрыть. Нет у нас никакой ткани? Так должна быть. А здесь что? Здесь тоже вон уже как открыто. Странно, что они не это. Ну, не обгрызли ее. Это надо снимать уже. Либо тканью накрыть и все. Чтобы доходило? Да. Тут закрытый. Надо было тогда и тот не снимать. Вон. Так-то они еще не дошли. В общем, я решила не снимать подсолнухи. Ну, не срезать. Еще рановато. Пусть немножко еще. Тем более, следующую неделю обещают теплой. Я их закрою им... цветоносы вот таким вот материалом фикс-прайсовским. Он как раз никудышный. Не понравился он мне особо, от него толку. Рвется очень быстро. Ну, думаю, от птичек спасет точно. Так что, Андрей, там, ты что, нарвал? Да, еще немножко. Покрою. И пусть они доходят. И птички, надеюсь, к ним не подступятся. Я одну вон еще нашел еще. А? Прищепочку. Так-ка я вот так завяжу. Все. Вот и все. И красота. А этот подсолнух надо куда-то на кухню, получается. Который? На шкаф. А-а-а. Которые сняли-то? Да. Надо было не снимать что-то, видишь, я не подумала. Так. Как всегда. Сначала сделаю, а потом думаю. Есть у меня такая мания. Вот чтобы наоборот-то. Маловато, наверное. Вот тебе прищепка, если что. А ну сейчас прищепим. Прищеплю прищеп. Хлоп. Хлоп. Давай прищепка, чтобы мне не перевязывать. Он летает. Смотри-ка. Летуны. На мои семя. Базарились. На. Давай. Цветочек. Ой, спасибо большое. Он такой красивый. А что, я люблю подсолнухи. Очень даже красивые цветы. Красота. О. Что это за цветочек? Интересно, как его название? Такой красивый, нежный такой цвет. Последний, как говорится, осенние цветы. Так здорово. Надо его разрастить. Сюда я ничего не сажала. Видимо, откуда-то, не знаю. Красота. Красивые цветочки. Жалко, так лето быстро прошло. И все. Сегодня погода относительно хорошая. Теплое солнышко. Но уже чувствуется осень. Листья уже вон начинают опадать. Уже все. Пора-пора осенняя пришла.
красотка моя из Мэрумби. На-ка тебе зеленушечки. На. Кушай. Травка зеленая. Вкуснятина. Сейчас попить, поесть. Все тебе будет. И вам тоже будет. Носопырки голодные. Сейчас всех покормим. Толпа голодных ртов. Да? Бедолага. Сейчас тебе поесть принесу. Капустные листья еще дала. Вот хочу показать, что отрава работает. Наступила осень, и все вот такие жители побежали, естественно, в дом. Летом их так не было. Столько такого количества. Вот, пожалуйста, уже одна мумифицировалась. Жалко, с одной стороны, живое существо, но с другой стороны, нам таких тут не надо. Жителей, зараза такой нам ни к чему. Так что вот так вот. Первый есть. О, муха тут летает. Уже мухи залетали. Перчатки одену и в помойку выкину. Ты у меня настоящая помощница, да? Растет помощница. Ой, я в кроссовках, меня наругали, пошла я отсюда. Ты там уже подмела, что ли? Да. А-а-а. Смотри-ка, у нас там Зевс лает. А что, тебе ближе-то не подойти? А, так удобнее, да? Ну ладно, я пойду, не буду тебе мешать. Могу помешать? Ариша на ложе. Она тут валялась, в телефон играла. Отдыхала, да? Мама. О, сколько ты мусора намела. Ой-ой-ой. Надо скорее его на совок. И в помойку. Да. И выкинуть, да? Да. Да. Ладно, я пойду. Можно? Но мне надо дела делать, печку топить. Ну, спасибо. Скучно, приходи потом ко мне. Только вот эти сапожки сними, эти сапожки для дома. Одень вот эти свои. Хорошо? Угу. Снимешь? Да. Посмотри на меня. Обещаешь? Да. Ну ладно, давай. О, травка. Пашка, рядом с моей малинкой подружились другие росточки. Угу. Пашка, тут маленький. Очень маленький росток. Зелененький. Знаешь, где? Да. А вон тут вот. Мам, смотри, какой маленький росточек. Это сорняк. Сорнячок. Сорнячок. Вон маленький. Вот дурачок. У него вот этот. Вот это вот что такое? Сорняк, вырви его. То он твою малинку оплетет. И вот это вот тоже сорняк. Угу. Вот это вот. Да. Я все сорняки вырвала, чтобы моей малинке не стало плохо. Вот так. Потом моя собственная малинка. Расти. Большая-пребольшая. Будут на ней крытые большие малинки. Да, мама? Я хочу вот это. Это ты посадила? Где малина, покажи. Вот она. Малинка. Молодцы. Елочки. Сосеньки. Они тут с бабушкой вот елочки посадили. Эти вялики, я не знаю, что это. Что-то они тут вместе сажали с бабушкой. Елочки, видишь, посадили. Малину-то откуда взяли, нет? Нет, это мама откуда-то привезла, не знаю, саженец. Ты что делаешь, Ариш? Цветочек сажу. Сажаю. Я не покормила верхнего одного самого. Кролика, а? Верхнего? Верхнего, да, мне не дотянуться. Угу. Остальные все покормлены. Пролили-то хорошо? Да хорошо, они долго тут проливали. Ромашечка. Все? Садоводник, огородник. Это моя
Мосенька, Мося, мучает тебя этот изверг рыжий. А ты все терпишь. Треснет ему как следует. Мосенька, ой, что творят?